На конкурс дети читают стихи. Панферова Дарья, 6 лет. Негосударственное детское образовательное учреждение «Мой ребенок». Город-герой Волгоград. Андрей Вознесенский. Баллада 41-го года. Рояль ползал в каменоломню, его тащили на дрова. Замерзшим чаном и половнем он ждал удара топора. Он был без ножек, черный ящик, лежал на брюхе и гудел. Он тяжело дышал, как ящер в песчаном логове людей. А пальцы с пушей олели, на левый 2, на правый 5. Он опускался на колени, чтобы до клавишей достать. 7 пальцев бывшего завклуба и обморожено сухо всех, как с разваленного клубня двумя сползала шелуха. Металл с пламени, с полошнем, их красота, их божество и величайшие ложью все, что игралось до него. Все отражения люстр, колонны, во мне ревет рояль сталь. И я лежу в каменоломне, и огромен, как рояль. Я отражаю, что ли, сажу, фигур, голод, блеск костра. И как корона его пассажа, я жду удара топора.